Дмитрию Новикову 16 лет. В дзюдо он с 5 и уже выполнил норматив кандидата в мастера спорта. На этих соревнованиях борется в новой категории. Из 5 схваток все 5 победные. С одними иппонами. Через чистые броски и удушающие. Теперь предстоит финальная схватка. Я перешел так что в новую категорию. Вначале было тяжело, сейчас потихоньку разошелся. Какая тактика будет? Выходить, бороться. Действовал Дмитрий тактически. Как итог, чистая победа и плюсом путевка на первенство России. Такую возможность получают все финалисты соревнований. На турнир приехали больше 400 спортсменов из 30 регионов России. Это юноши и девушки до 18 лет. Наша рязанская сборная выступила очень достойно. В первый день соревнований у нас 2 победителя среди мальчиков и 1 среди девочек. Также еще есть призеры. Сегодня, то есть, ждем финальной встречи. То есть, и я уверен, что у нас будут и медали. Надеюсь, будет чемпион. Всероссийские соревнования продлятся 3 дня. За первые 2 в копилке у рязанцев уже минимум 4 золота. А значит, и путевок на первенство России будет больше, чем обычно. Там уже будет можно показать себя во всей красе.